Время идет, все течет и все меняется, а потому изменения в бизнес-среде ожидаемы и понятны, ведь заваленный бумагами стол уже давно признак моветона. Все ценные документы для сохранности переносят на цифровые носители. Так и в сфере налогов, где с 1 июля текущего года индивидуальные предприниматели должны подавать налоговые декларации только в электронном виде. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, действующие индивидуальные предприниматели обязаны представлять налоговые органы, налоговые декларации и расчеты в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью. В Республике Беларусь издание и продление сертификатов электронно-цифровых подписей осуществляется в 12 регистрационных центрах, точки оказания услуг которых размещены на всей территории Республики Беларусь. Информация об адресах, режиме работы, а также способах предварительной записи размещена на портале Национального центра электронных услуг во вкладке «Полезная информация. Адреса регистрационных центров». Для удобства плательщиков во многих регистрационных центрах в настоящее время издание и продление сертификатов электронно-цифровой подписи возможно как по предварительной записи, так и при посещении точек по живой очереди. Дополнительно в регистрационных точках РУП информационно-издательский центр по налогам и сборам продлено рабочее время и увеличено количество операторов. При наличии биометрического паспорта или идентификационной карты, ID-карты, индивидуальный предприниматель имеет возможность работать в личном кабинете плательщика и направлять различные электронные документы, в том числе налоговые декларации и расчеты. А для тех, кто еще не успел оформить сертификаты электронной цифровой подписи, не тяните до последнего. Сделайте подпись заранее, экономьте свое время и нервы. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.